Когда-то в муках рождалась студия ТВ «Каскад». Но не просто так просто дается телевидение. Телевидение – это тяжкий труд. А наши информационные программы завалят информацией весь эфир. С утра до ночи, каждый час. Реклама будет море. Этот саксофон, это реликвия. Это, Саша. Смотри, 912 года. Это сюда, это... Сюда. Пришла любовь к нам и опять ушла. Посмотрим, как вы ложите кирпичи, а потом примем вас операторами на работу. И то от начала под кобылки, если он скажет, что вы, ребята, ничего, тогда мы вас стажерами возьмем лет на 5. Сейчас я нахожусь в помещении, предназначенном для наших любимых. Пусть любимые наши посмотрят, как шеф корячился с их помещением. Ложил кирпичики. Камушек по камушку, так строилось телевизор. Колхозные поля, колхозы, бля, совхозы, бля, природа. Ну портить эту красоту. Сюда приехали все ту, миятцы, бля. Что у нас самый лучший директор. Директор, самый лучший шеф. Ну это, по-моему, бесспорно. Мы купили 4 супер ВХСовских линейки. Станцию нелинейного монтажа, 2 Рафика, Volkswagen, транспортеры, 4 автомобиля для съемочных бригад, 2 ПТС на базе «Газели», да, 8 камер и 2 ПТС. Клянусь лесбинкой на груди у всех моих дикторов, что я сложу им за 2 дня их контору. У Лукоморья дуб зеленый. Помогите, люди добрые! Туловище оторвало! Голова одна осталась, и то дурная. Вы смотрите программу «Клипа от Бога». Как хорошо, что дождик на дворе! Теперь смогу я обновить галоши! Как хорошо, что мне уж 45! Как хорошо, что я такой хороший! Итак... Really easy.
нихера не вижу бесконтактное меню. Ты наша тара, ты стара, и баба всичко, и пипя.